Дом Александра ты видела? На счет три ты стоишь перед входной дверью его дома. Один, два, три. Ты перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. Я здесь. Клетка установилась. Да. Здесь арахноид. Арахноид. Красный дракон. Красный дракон. Синий дракон. Синий дракон. Джин. Ну как же, самый бедный джин. Черт и бес. Черт и бес. Да, хорошо. И здесь в клетке такой сгусток темной энергии, и она как клякса шевелится. О, это негатив, конечно. Бес, на твоей чистоте? Наша. Хорошо, хочешь получить? С чертом? Че? Без люди, черта. Да? Тебе решать, мне безразлично. Отправляю этот сгусток бесу. Готов. А что это такое? Объясни. Откуда он появился? Живет здесь. Копится. Ты имеешь в виду от негатива? Слова. Да? Он показывает, как слова прилипляются один к другому. И живые, они несут свою эмоцию, которая расширяется. Да. Они материализовались. Ты представляешь, вот столько ненависти, столько злости, столько злых слов было сказано, что они начали формироваться в эту черную массу, которая находится на чистоте беса. Я не хочу это комментировать. Красный дракон, ты все убрал? Да, он снял свое место, он показывал. Хорошо. Синий дракон, ты тоже все снял? Плату убрал, да. Я хочу получить слово красного дракона, что он больше никогда не придет к этому человеку и в этот дом. Контракт расторгнут, даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Синий дракон, я хочу получить и от тебя слово синего дракона, что больше никогда не придешь в этот дом и к этим людям. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Хорошо, джин, ты все собрал свое? Джин, да, все собрал. Хорошо, если джин все собрал, у меня нет оснований его задерживать. Джин готов уходить? Готов. Джин понимает, что ему не стоит больше приходить ни в дом, ни к этим душам. Он услышал твои слова, что ты можешь забрать у него. Хорошо. Открывая внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина. Он забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Арахноид, ты все собрал? Все потомство? Всю паутину? Значит, потомство у него живет своей жизнью не в доме. Они живут на участке, а у арахноида у него какая-то такая, как подключка была, паутина, которая шла выше, за дом наверх, это крыша или то, что находится выше потолка, он все снял, да. Хорошо, у меня больше нет и основания арахноида задерживать. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида, забирает, что принес, входит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Черт и бес у меня остались. Черт, ты подключен к животным, к собаке и кошке? Собаку он знает, кошке он не подключен. Это ты собаку постоянно заводишь, что она не может найти себе место и бегает? Он показывает, что здесь много разных подключек, например, сетки арахноида. Они раздражают? На участке или их комачки, которые были у... Разбросаны. Беса и черта, да. Понятно. А еще тут... собаку очень огорчала вот этот негатив, который ты отдал бесу. Тогда мы сделаем следующее. Черт, выходи, показывай мне все порталы в доме, я их закрываю, собираю весь негатив и делю между тобой и бесом в равных частях. Пошли. Он не хочет. Не хочет что? Ничего показывать, потому что ты отдал негатив бесу, пускай он показывает. Бес, видишь, как твой эгоизм привел к тому, что теперь тебе придется показывать портал. Как вы там разберетесь? Пошли, бес. А значит, здесь возле входа какое-то углубление, портал справа. Углубление. Открываю внизу в этом месте воронку в галактическое ядро. И портал, фантомы частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше окно в комнате. Это как кладовка или небольшой офис. Там есть окно. Под этим окном открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше в спальню мы идем. Здесь зеркало. Вот. Она в шкафу, но это не портал. Здесь платы встроены, гуманоиды. Ах, вот куда он их поставил. Прямо в это зеркало в этом шкафу, да? В спальне, да. Хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро под этим шкафом. Срываю эти платы. Уходят на переработку в чистую первичную энергию. Вместе с энергией плат гуманоида. Закрываю, печатаю, растворяю.
Готово. Дальше. Дальше здесь ванна. Ванна. Нет, в самой комнате здесь воронка вниз. Пол. Под воронкой открываю воронку в галактическое ядро ванны. Воронка засасывается туда вместе с энергиями и фантомами и уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Все. Хорошо. Возвращаемся назад. Ну что ж, черт отказался. Даю команду. Значит, если чувство. Здесь два больших овала. Видишь, черт, от чего ты отказался? Он не отказывался от этого. Ну, хорошо. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, и космический шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Второй шар делю на две равные части. Одна часть идет бесу, а вторая идет черту. Готово. Готовы уходить? Да. Открывается внизу два портала против часовой стрелки. Один на частоте беса, один на частоте черта. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала и ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Клетка у нас пустая, Вера? Да. Под ней открываю воронку в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. В автоматическом режиме. Готово. Хорошо. На счет три появляется перед тобой тонкая копия собаки Буся. И Буся стоит перед нами. Буся хвостом махает. Привет, Буся. Мы тут пришли тебе помочь. Говорят, тебя тут обижают сущности, да? Сейчас я тебя почищу. Включаю внутренний белый свет Буси, и этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Она чихает, шар вышел. Ну, она ж бегает, вот это вот арахноид, частичек насобирала. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. В макушку головы Буси начинает поступать необходимое количество ей собачьей энергии. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до комфортного уровня Буси. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Буся, как ты себя чувствуешь сейчас? На лайт. Ну, пусть общается с нами. Хорошо тебе? Да, с энергиями лучше. Скажи мне, что тебя так раздражает? Чего ты такая беспокойная собака? Тебе мешало Она что-то? Видит вот эти кляксы. Хорошо, негативные, ей очень больно от этого. Она любит каждого в этой семье. Понятно. Я кляксы в доме уже убрал. Сейчас я уберу и порталы все закрыл, и сущности всех выгнал. Поэтому никого в доме больше нет. Там все чисто, чистая энергия. Сейчас я сделаю то же самое на земельном участке. И у тебя не будет никаких оснований себя вести беспокойно. Ты хочешь передать хозяину что-то? Вот есть какие-то желания? Я передам. Она показывает. Она беспокоится за них. Из-за очень скандала. Переживает, когда вот эти сгустки видит. Хорошо, сгустки – это слова. Я надеюсь, в этой семье все это поняли и будут уважать друг друга, а также смотреть за тем, чтобы обстановка в доме была приятна для всех, даже для собаки Буси, которая страдает от этих энергий и этих скандалов. Хорошо, Буся, поставите защиту? Поставить. И устанавливаю собачью меркабу в биополе Буси. 1, 2, 3. Активировано. Нравится? На круг сделала. Отлично. Хорошо. Возвращаем Буси в ее систему биоробот-душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. Готово. На счет три появляется перед тобой тонкая копия кота Пушка. Пушок. Пушок стоит перед нами. Да, есть Пушок. Привет, котик. Мы пришли тебе помочь и почистить тебя. Включая внутренний белый свет Пушку, этим светом он выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Да, вышел шар. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Макушку головы Пушка начинает поступать необходимое ему количество кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до комфортного уровня котика. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Как ты себя чувствуешь, Пушок? Спокойно чувствует, уверенно. Поставите защиты? Поставить. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Пушка устанавливаем ему кошачью меркабу. Активирую ее. Готово. Нравится? Нравится.
А еще одну поставите, кошачий глаз хочешь? Хочет. И устанавливаю дополнительно защиту в биополе пушка кошачий глаз. Активирую эту защиту, активирована. Это больше нравится. Ну, это, да, это специальная защита. Поэтому он связь чувствует с кошачьей цивилизацией. С кошачьей цивилизацией, абсолютно верно. И кроме того, он видит, что сзади с этого момента. Хорошо, Пушок, поскольку ты чистый, скажи, у тебя есть какие-то желания? Я могу передать хозяйке, хозяину. Да, есть. Он не любит воду. Вода раздражает его. Он чувствует себя незащищенным в воде. А кто тебя в воду бросает? О какой воде ты говоришь? Он сам может мыться. Я понимаю. А что, кто-то пытался тебя мыть? В смысле, под воду ставить? Или ты не любишь мыться? Ты это хотел сказать? Нет, он моется сам. Вода его раздражает. Ну, хорошо. Он показывает, как его шерсть становится мокрой, и он незащищенным себя чувствует. Но это же временно, зато у тебя потом будет чистая шерстка, и там не будет никаких паразитов. Это же делается не для того, чтобы кто-то тебя хотел обидеть, а для того, чтобы ты был чистеньким и здоровым. Ты это понимаешь? Он понимает. Ты просил, что передать, он передал. Хорошо. Ты хочешь какой-то отдельный корм? Тебе что-то нравится? Хотел бы ты что-то получить дополнительно? Скажи, я передам. Нет, не хотел. Ему все устраивает. Ну, хорошо, Пушок. Если все нормально, возвращаем Пушка в его систему биоробот-душа. Он синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом. Котикам всегда есть что сказать. Не любит воду. Готово. Беги из воды не вылазит. Видишь, все разные. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от дома, переносимся на земельный участок. Ты на земельном участке. Я здесь. Оно здесь рахноид. Рахноид. Демон. Демон. Две воронки. Две воронки. И здесь как электрическая какая-то энергия, как молнии. Демон, а что это за энергия? Такая вертикальная. А что это за энергия? Ты не в курсе? В курсе. Портал здесь есть такой. Зацепили его энергии. Хорошо. Под этим порталом, под этим потоком энергии, открывая внизу воронку в галактическое ядро, портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, воронки уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, выходи, собирай все свое потомство, всю свою паутину на земельном участке. Возвращайся назад, доклады о готовности к проверке. Приступай. На него много здесь в области гаража. Паутина потомства. Есть по деревьям сетки. Сад или что это между деревьев. Ну вот деревья зацветут после того, и когда... И на земле. Да, деревья и цветы зацветут после того, как арахноида уберем. Посмотрите. Все они, готово. Они очень тормозят развитие растений почему-то. Хорошо, больше не приходи на этот земельный участок. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо, демон, пошли по земельному участку, показывай порталы, я их закрываю. Ты свое все собрал уже? Да, он собрал. Скажи, вот этот дом, который мы сегодня не чистим на земельном участке, дом отца, ты там присутствуешь тоже, да? Я не собираюсь его чистить. Меня его не просили чистить. Захожу иногда, что? Не, ничего, просто уточните. Потому что попросили не чистить этот дом. Меня удивило. Итак. Здесь есть портал в земле. Сейчас скажу, он в области, в той части, где бассейн и батут за ним. За ним. Хорошо. Под этим порталом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Есть портал где-то в середине, он вертикальный, между деревьев. Под этим порталом внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть еще один портал, получается. Он ближе к дому с левой стороны. Хорошо, под этим порталом внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Больше нет? Нет. Возвращаемся к клетке. Даю команду эмоции, мысли и чувств. Два шара средних. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Второй шар твой, демон, забираешь? Да. Отправляю демону. Есть. Хорошо, найди себе новое место обитания, мы будем все здесь запечатывать, то, что мы сейчас покрыли границами, где была клетка. Ты это понял? Больше не приходи сюда. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона, забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяя, ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя.
в автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от дома. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Thank you.